Didn't get it anyway. Any questions? Есть вопросы? Какие-нибудь? Please come. Пожалуйста. Anyone. You can come after. You can sit somewhere or something then nearby, then you can. I'm happy to be back. Я очень рад снова вернуться в ваш город. Just don't know what to say. Просто не знаю, о чем сейчас говорить. You can put the microphone close to you. Then you can. А вы можете подвиньте микрофон, чтобы вам было удобно говорить. Yeah. Еще ближе саму стойку. Closer, closer. Or the chair, as you like. Maybe somebody can come and stay here and give us. Может, кто-нибудь поможет с микрофоном? The microphone. Просто иногда человек сидит очень долго, и ему нужно тоже, чтобы было удобно разговаривать. And put it close to the person and all that stuff. Еще ближе можно. Еще удобней. Oh. Ooh, be careful. Окей. Да. Окей. После первого раза. Уфа. Уфа. После первого раза встречи с вами многое, ну, как сказать, даже не знаю. Ну, зачем я здесь? Ой, наверное, еще остался тот, кто хочет. There was first time of meeting with you, and I even don't know why I'm here now, but I think still there is somebody who wants something. Это было. Вот то, that really happened. То было. Сначала это было, ну, так необычно. Но and потом. At first that was very unusual. But then it became. Как будто, ну, мы поток ума. Он не останавливается. Он даже еще стал каким-то большим. И ощущение, что даже скатилось куда-то назад. After that, the flow of the mind, the stream of thoughts, became even stronger, and it seems to me that I even got worse than before. Mm-hmm. Очень сильно. And the stream of thoughts is quite strong. Ну, на самом деле, вот хочется и плакать, и смеяться, и с другой стороны, ну, все это видишь, и тишина, как-то вот это все вот, оно играет, но вот мне сейчас глупо задавать, что вот я хочу, а кто я-то, это все понятно, но я не знаю. And it's funny, because at the same time there is silence, there are lots of thoughts, and I want to cry, and I want to laugh, and all together at the same time, and even I realize that there is no need to ask a question, everything is clear. Вот. That's it. Okay. It's simply. Okay. I will talk to you just now. Да. Yes. Еще чуть-чуть. Я вам скажу что-нибудь. Let me swallow your question first. Позвольте мне сначала проглотить этот вопрос, впитать его. See, you can have a glimpse of the truth in a split second, in no time. Смотрите, этот проблеск истины, он действительно случается, и он может случиться мгновенно, раз и произошел. It can happen so fast. И этот проблеск иногда происходит так быстро. Or in so no time that you don't even know that this is the actual realization. Или он настолько не занимает времени, что ты даже не понимаешь, что это и было осознание истины, это и было то самое постижение истины. Why? Почему ты не замечаешь? Because in that moment you don't know anything. Потому что в этот момент ни о чем и ничего не знается. Like now. Вот как сейчас. It's a moment when knowledge when the knowledge is gone. Это момент, когда нет знаний. With what you know, which is what you think, disappears.
То есть как это тогда, когда исчезает то, что ты знаешь, то есть то, что ты думаешь. And what you think you are is also knowledge. It's what you know, it's not who you are, also disappears. А то, за кого ты себя принимаешь, то, что ты о себе думаешь, это тоже знание. То есть и это исчезает. And there is no sense of separation. И нету чувства разделения, нету чувства обособленности. There is no duality. Нету двойственности. There is neither conflict with what happens or happiness about what happens. И одновременно нету ни конфликта с происходящим, ни радости по поводу происходящего. In that moment there is no you and what happens. В такой момент вообще нет тебя и происходящего. There is no you, that which is conscious, and whatever it might be that you are conscious of. There is no. Yeah. То есть нету такого ты, то, что осознаешь, и то, что осознается тобою. And that's a actual realization of truth. И это и есть действительное осознание или постижение истины. In a split second, puff. И это случается мгновенно. But Но the mind is quiet. Ум тихий в этот момент. Your subconsciousness is quiet. Подсознание молчит. Because you see what mind as ego is. Потому что именно это собой представляет ум в качестве эго. Thoughts, мысли, memory, воспоминания, ideas. Их очень много. Идеи, yeah. Представления. Memory that became idea, то есть an idea. Что-то из прошлого, какие-то воспоминания, которые превратились в идеи. But that is not fully destroyed. It's just dormant. It's just sleeping. It's just in a latent state. That is what? The tendencies, they are dormant in a latent state, they are sleeping. То есть когда ум молчит, подсознание молчит, все эти склонности, привычки, они на месте, но они просто в латентном состоянии, они спят. That can happen in this during this talk. I don't know how it works. I know that it can happen that somehow your mind it disappears. Такое бывает на этих встречах. Я не знаю, как это работает, но знаю, что это имеет место быть. Каким-то образом твой ум, твои мысли останавливаются. Well, as soon as you leave this hall, the mind comes back. Но как только ты выходишь из этого зала, ум возвращается. And it's natural that your mind becomes worse than before. И это естественно, что после проблеска ум становится еще сильнее, чем раньше, еще больше мыслей. Почему? It's natural that you have more thoughts than before. Это естественно, что появляется еще больше мыслей, чем раньше. It's natural that you can go through this fast movement of swinging moods. Естественно, что с тобой начинают случаться очень быстрые смены настроения. It's natural that you can no longer sleep or you can have more dreams than before, and when you wake up in the morning, you are absolutely exhausted. Или это нормально, если ты больше не можешь спать, как обычно, или же наоборот, у тебя ты видишь столько сновидений, что поутру ты вообще просыпаешься уставший. Is that all happening already? Происходит что-то в таком духе? Okay. When the realization of truth happens. Так вот, когда происходит осознание истины, and this is very important to understand, there is no way back. Очень важно понять следующее. После этого нет уже дороги назад. I normally give the example of the bottle of water. Обычно я привожу этот пример бутылки с водой, газированной. See, you remove the lid. Когда ты открываешь крышку, and this lid is reduced to ashes, it's burned out. И она out. Сгорает дотла, эта крышка. You cannot put it back. То есть ты обратно закрыть уже не можешь. And imagine that the water is all these preconceived ideas within yourself. Представьте, что вода — это все эти предвзятые идеи, концепции, которые накопились внутри вас. Which is your subconsciousness. То есть это ваше подсознание. Memory, past, conditioning. Воспоминания, обусловленность. So this needs to be exhausted. То есть вот это должно изжить себя, see? Оно должно испариться. A little bit of anger. Немножко злости. A little bit of jealousy. Немножко ревности. A little bit of thoughts. Немножко see? Мыслей. A little bit of this, a little bit of that. See? Немножко того, немножко сего. So it has to happen. Так должно происходить. The conditioning has to express itself. Обусловленность, накопленные условности, они должны
исчерпаться, выразив себя. There's nothing that you can possibly do about it. И по этому поводу ты ничего не можешь сделать. But to be conscious of it. Только осознавать это. If you are just conscious of it. И если ты будешь только это осознавать. Just seeing it, experiencing it. Просто смотреть на это, видеть это и при этом переживать это, проживать его. It's not possible to identify yourself. If you are conscious, you are not identifying yourself. Тогда ты не сможешь отождествляться с этим, если ты осознаешь что-то, ты не отождествлен с этим. There will be no sense of I or me or self based upon identity with it. Не будет возникать чувства я, основанного на отождествлении, на сравнивании себя с этими мыслями. То есть не будет, что со мной это происходит. And if you are just conscious of it, you will realize that you have no choice, that there is no choice, that it's inseparable from you, you cannot chase it away. И если ты только осознаешь происходящее, то ты будешь понимать, что у тебя нет выбора, потому что происходящее, оно не отдельно от тебя, соответственно, ты не можешь его отпихнуть, ты не можешь от происходящего избавиться. You have to experience it. Ты не можешь не переживать его. And consciousness of the experience, awareness of the experience, is that which is going to dissolve that small or big part of your psychological conditioning. Именно это осознавание происходящего, осознавание какого-то опыта и растворит, уничтожит вот какую-то проявленную часть обусловленности. So, this is it. Вот это оно и есть. And this is something that rarely somebody understands. И это как раз нечто, что редко мы понимаем. This is something that rarely somebody accepts. Очень редко мы это принимаем. But if you do so, но если вы так сделаете, see, then you can go through it in peace. То вы сможете переживать это спокойно. Because you, the one that is conscious, is itself peace. Потому что ты, тот, кто все осознает, сам по себе представляет покой. The one that is conscious of what happens, тот, кто осознает происходящее, its reality, its nature is silence, peace, emptiness, nothingness, space, call it what, however you like. Его природой, его действительностью, его реальностью как раз и является покой, тишина, пустота, называйте как вам угодно. So you have to let all this form of expression to happen. Поэтому всем вот этим формам выражения нужно разрешить происходить. The only one that thinks that it is right or wrong is you. Sorry? The only one that can judge you is you. Единственный, кто при этом может судить вас, это вы сами. So behind it, there is an unconscious form of control, of an attempt to control. За этим очень часто начинает возникать какая-то скрытая форма контроля, скрытая попытка изменить ситуацию. To control what happens outside, to control the reactions that apparently are created by events that occur outside. Контролировать то, что происходит снаружи, или же как-то изменить то, что ты чувствуешь внутри, реакцию, которая якобы произошла из-за того, что происходит снаружи. Something happens out there. Что-то снаружи происходит. If it matches with the idea, you feel happy. Oh, this is very good. This если это okay. Произошедшее совпадает с твоей идеей, тебе радостно, тебе хорошо. And there is a sense that you are in control. И возникает такое чувство, что все под твоим контролем. You see, when things go smoothly, I am in control, I am everything. I'm so great, I'm so cool. Когда все протекает гладко, нам очень приятно и хорошо, и возникают эти мысли: о, я такой классный, у меня все хорошо. You are not in control. Все на своих местах. Life is just happening in that particular moment according to the way you like. На самом деле это не все не под твоим контролем. Просто так произошло, что в этот определенный момент жизнь происходит так, как тебе нравится. Но на самом деле это не ты всем управляешь. А когда вещи идут не так, неправильно, то есть то, что ты называешь неправильно, это как так, как тебе не хочется. It is because life is not happening the way you like. Это потому, что жизнь не происходит так, как тебе хочется. See, and all these feelings
or emotions. I would like to call it emotions more than feelings. И все эти чувства, эмоции, я даже скорее бы назвал это эмоциями, эмоции вот такого рода. Because for me, feelings are unconditional. Feelings are coming out of consciousness or awareness. That you are conscious of something and a feeling comes. Под чувствами я обычно понимаю что-то, что происходит безусловно, что-то, что исходит само по себе из осознавания ситуации. It's gentle, it's tender, it's soft, it's kind, it's, see? И чувства, они обычно friendly. Очень мягкие, они очень нежные, ласковые, такие дружелюбные. So positive and negative emotions are mind-made. А положительные и отрицательные эмоции, они от ума, они созданы умом. What you call happiness is not happiness at all. It's not even happening. It's a thought, I say, it's a thought stimulating your brain and producing a sensation of your body that you call contentment or happiness or joy. This is not real. И то, что мы называем счастье, это на самом деле даже не счастье. Оно происходит, такое счастье происходит даже не за счет происходящего, а из-за того, что ты подумал вот здесь, по поводу происходящего. И вот это думание, оно касается мозга. Мозг создает реакцию в тело, в теле, потом возникает ощущение. Вот эти ощущения ты называешь там удовольствие, и все это называется счастьем. Но это не счастье, это эмоции. Both are hallucinated. И твои неприятные эмоции, то есть якобы несчастье, точно так же происходит, но и то является лишь галлюцинацией. So it's like that. First you get the good news. То есть вот это так. Сначала ты получаешь хорошую новость. You are free. Ты свободен. See? And then you experience this amazing. I don't know. Some people laugh like mad people. Some people cry. Some people laugh and cry. You know? И ты вот это откровение. Я свободен. Ты иногда переживаешь. Удивительно, то есть некоторые громко смеются, некоторые ничего не переживают, кто-то плачет. Our love conversation in Уфа. Last session? Yeah. Our love conversation in Уфа. Я вот вспомню наш последний разговор в Уфе. That was not a conversation. You couldn't stop laughing. I couldn't stop laughing. Это даже был не разговор. Мы не могли с тобой перестать смеяться. Well, after that. Но после того. Comes the bad news. Появляется плохая новость. The mind, the egoic structure, the egoic mind, which is the ideological mind, is not fully gone. Плохая новость в том, что этот эгоистический ум, то есть ум как обусловленность, он еще не покинул тебя полностью. And it will not be fully destroyed. Unless you become fully conscious of it without identifying yourself with it. И этот концептуальный ум, он не будет разрушен до того, пока ты не перестанешь отождествляться с ним. So my suggestion is to enjoy it. Поэтому мое предложение просто получить от этого удовольствие. My suggestion is to love it. Любить это. Because to be aware and to be conscious and to love is the same, because consciousness or awareness as the first expression of your existence is nothing but that, love. Потому что ум разрушается за счет осознавания своего отождествления с ним. И вот это осознавание, оно на самом деле очень любящее, очень ласковое. И осознавание — это и есть любовь. А любовь — это как раз первое первичное выражение твоей сути. Which is not a feeling, it's not even an emotion, it's not a romantic thing, it's a power. И эта любовь — это не чувство, это даже не эмоция, тем более не нечто романтичное. Любовь — это сила. It's a power that allows you to see, to perceive, to cognize. Это сила, которая позволяет тебе видеть, узнавать, познавать. It's a power that is kind of a light that when it switches on, you can perceive the manifestation. Эта сила, она подобна свету, когда она включается, ты можешь воспринимать все проявленное. Including what you call yourself, which is the body. Включая то, что ты называешь собою, это тело. See, and this amazing paradoxical universe. Тело и вот этот вот удивительный парадоксальный мир. Apparently has no meaning and makes no sense. Мир, в котором очевидно нет никакого смысла, нет никакого значения.
It's just there. Этот мир просто есть здесь. And it's impossible to avoid to experience it. И невозможно его избежать, невозможно не проживать этот мир. Life is an inevitable fact. Жизнь — это такой неизбежный факт. It's within you. Sorry. It's within you. Она внутри тебя. And it's all the time there. Всегда здесь. Sometimes you are conscious of it, sometimes you are not. Мир всегда здесь. Иногда ты его осознаешь, иногда нет. Because sometimes the light is on, sometimes the light is off. Потому что иногда свет включен, иногда свет выключен. See, it never came into existence. На самом деле мир никогда не обретал существование. The universes were never created. Этот мир никогда не был создан. It has been always there. Он всегда был здесь. At the most, one can say that it has been modified and reshaped. Большее, что можно сказать об этом мире, о Вселенной, что он просто преобразовывался время от времени, менял форму. By consciousness or being conscious of the of it. И то всего лишь за счет осознавания этого мира. When you are conscious of what happened, there is a scientific call it quantum leaps. You see, it's an event that happens randomly without any plan or any intentional design. Poof, just creativity, spontaneity. Когда происходит осознавание происходящего, случается нечто, что ученые назвали квантовый прыжок, квантовый скачок. И он случается случайно, неожиданно. Раз, и за счет осознавания что-то поменялось. И вот в таком как раз творчество, в таком креативность. So you are free. То есть ты свободен. So in the same way, the manifestation is not separate from you. И точно так же все проявленное, оно не отделено от тебя. There's nothing that you can do about that. И поэтому ты ничего с ним не можешь сделать. So the subconsciousness, the tendencies, the ego is also within you. И подсознание, все эти склонности, привычки, эго точно так же внутри тебя. It's not separate from you. Они не отдельные от тебя. See? But if you see it as something separate, then you will try to do something about it. Если же ты воспринимаешь это как нечто отдельное, тогда ты будешь пытаться что-то с этим сделать. If it is pleasant, you would like to keep it. То есть если это приятное нечто, тебе захочется его удержать. Whether it's a real event happening out there or an imaginary event happening up here. Неважно, это будет какое-то настоящее событие происходящее, или это будут какие-то мысли происходящие у тебя вот здесь. If it is pleasant, there will be an unconscious effort to keep it longer or to prolong it or to keep it or to avoid it to disappear. То есть если это будет приятное событие или мысль, то будет происходить неосознанная попытка, неосознанные старания удержать это или же продолжить это. If it is unpleasant outside or up here, there would be an unconscious mental effort, mental strain to get rid of it or to avoid it to happen again. Если же будет происходить что-то неприятное снаружи или вот здесь, то тогда будет возникать неосознанное напряжение от ума, потому что происходит попытка как-то избавиться от этого или от мысли или от происходящего. And this unconscious mental strain is suffering. И вот это вот неосознанное напряжение в уме, именно это и есть страдание. Это ментальное напряжение, вот это страдание. Because this mental activity, again, whether it's to keep it or to get rid of, running after or away from, stimulates the brain and produces the sensation in the body called suffering. Потому что именно вот эта деятельность ума, эта ментальная деятельность убежать от чего-то или бежать за чем-то, удержать что-то или избавиться от чего-то, она стимулирует мозг каким-то образом, создаются неприятные какие-то ощущения зажатости на физическом уровне, и вот это мы называем страдание. So this we are trying to get rid of these unconscious movements. И вот именно от этого мы пытаемся избавиться от этих неосознанных ментальных движений. But there is no spiritual practice that can possibly help you. Но нет никакой духовной практики, которая может помочь в этом случае. Because spiritual practice are also mental activity. It's another mental movement.
Потому что духовная практика это просто еще один вид мысленной деятельности, это еще одно движение ума. So to destroy, to stop mental movement with mental movement, it is a contradiction in terms. То есть разрушать мысленную деятельность с помощью мысленной деятельности, mm-hmm. это противоречие уже в самих словах. So only the power of consciousness, which is the power within your existence, will do the trick. Поэтому сработает этот фокус может совершить только сила сознания, то есть сила твоего осознавания от твоего собственного существования. Извините, можно присесть вот здесь сбоку на сцене, если вы хотите, или вот здесь еще есть место, если вы не хотите стоять. Здесь можно спокойно на сцене садиться. They said for people not to stand there, they can sit on the stage. They can sit here. Of course, like you can come. Да, пожалуй, или можно вот сбоку присесть на ступеньках. This is not a formal event. То есть это совсем не официальное мероприятие. Сцену можно занимать тоже немножко. There's nothing religious about these talks. В этих встречах нет ничего религиозного. There's nothing spiritual about these talks. Ничего духовного. Вы можете туда сразу подходить, yeah. чтобы подсаживались. This is common sense. Welcome. Anywhere. Добро пожаловать. Все. Okay. So this is it. Вот это оно и есть. And it's amazing because with this conversation, we already covered again. See, we did it already. We did the whole thing already. We covered the whole topic of conversation tonight. И это удивительно. Вот наш с вами разговор, он уже полностью покрыл всю тему встреч по сути. То есть все, о чем вообще говорится, было уже сказано вот в этой беседе. We can't avoid experiences. Ты не можешь избежать переживаний или опытов. Whether they are sensual sense experiences, to experience sense object. Будь это какие-то опыты через органы чувств, осязаемые. You can avoid these experiences that are created by unconsciously by your memory. Или это какие-то опыты, которые создаются за счет неосознанных воспоминаний. You cannot avoid anything. Ты вообще ничего не можешь избежать. Just experience aware. It. Just be aware. Yes. Только проживая это. You can be only the nameless, formless, effortless existence that you already are. Все, что ты можешь делать, это оставаться, быть вот этим существованием, без формы, без имени, без напряжения, существованием, которым ты и так являешься. There's no effort in the universe. В этом мире нет напряжения. If you become conscious of your unconscious effort, you realize that it is unconscious, that means that it is effortless. So even the effort is effortless. И если ты однажды заметишь в себе это напряжение, это мысленное напряжение, то ты поймешь, что даже оно происходит без напряжения, оно возникло само по себе. Did you notice already that? Замечала fantastic. Такое? Fantastic. Yes. Yes. Effortless existence. I call the truth like that. The truth is effortless existence. Да, именно так я называю истину. Истина — это существование без напряжения. And to be conscious is not a practice, it's not an effort. Consciousness is already there. И осознавать — это не практика. В осознавании нет никакого напряжения. The fact that you speak about something means that there is consciousness of the something that you are talking about. Тот факт, что ты о чем-то можешь говорить, означает, что есть осознавание этого чего-то. Even if you say, I am not conscious, you are conscious that you are not conscious. Даже если ты говоришь, я не осознаю, то ты же осознаешь, что ты не осознаешь. So consciousness is already there. То есть осознавание и так всегда здесь. Effortlessly there. Без усилий, без напряжения оно и присутствует. That which is conscious, the essence of yourself, is already there, effortlessly there. То, что осознает, то есть твоя суть, она и так есть, она присутствует и не напрягается. And that what I'm conscious of, which is life, is there effortlessly happening. И то, что я осознаю, то есть жизнь, она тоже происходит и так, без напряжения. Because I'm not making any conscious effort to beat my heart, to grow my hair, to function my immune system and so on. It's just already happening.
Потому что я, допустим, я вижу, что функционирование моего тела, оно происходит и так, не возникает никакого напряжения, чтобы билось сердце, чтобы работала иммунная система, чтобы росли волосы. Оно происходит и так. So breathing in and out. Вдох и выдох происходят. I'm not doing it. Я это не делаю. I mean, I am doing it. Ну, как бы я имею в виду, что я это делаю. Because in essence, this is fascinating. На самом деле это очень удивительно и необыкновенно. You are making all this happening. Ты заставляешь случаться вот это все. Without effort. Не напрягаясь. And without knowledge. И не зная как. You are the source of whatever is happening. Ты являешься источником всего, что происходит. It's amazing. И это удивительно. Is people are really serious about this? Когда люди к этому знанию подходят очень серьезно. This has nothing to do with spirituality. This nothing that spirituality has nothing to do with it, or religious. То есть если у них серьезное отношение, то есть понимание, что это знание, оно не духовно, не религиозно, в нем нет ничего такого. All that we are talking about is a result of a very quiet, impersonal observation. Все, о чем мы здесь говорим, это результат очень тихого, спокойного, безличностного наблюдения. The result of noticing. Noticing. Yeah. Результат того, что ты просто замечаешь. What is so spiritual about this? Так разве есть в этом замечании, в этом наблюдении хоть капелька духовного? Or even extraordinary? И есть ли в таком наблюдении что-то сверхъестественное, экстраординарное? It's ordinary, it's natural, it's nature. Наоборот, это очень нечто, что-то очень естественное, очень. It's so natural that it's naturally happening. Это настолько естественно, что оно само по себе естественно происходит и так. So you are serious about this. Поэтому, если присутствует серьезное отношение But к этому, I know you are. This is why you came from Ufa to here. И я знаю, что это имеет место в твоем случае, потому что ты приехала отсюда из Уфы. Because you want to finish with the whole thing. Потому что ты уже хочешь со всем этим покончить. It's okay, it's perfectly right. That's why это you нормально, came. Это совершенно нормально. And that's why I came also. И поэтому я сюда приехала. Then you go deep into this. It's fascinating. И ты как бы все глубже и глубже проникаешь в это, и это удивительно. You stop worrying about what is going to happen to you. И потому что потихоньку уходят все эти волнения, а что же со мной будет? What am I going to sleep? What am I going to eat? From whatever, nothing. You don't worry about any of that. Что будет происходить с моей жизнью? А где же я буду спать? Что же я буду есть и так далее? Because this is within you. Потому что все это находится внутри тебя. And it's there for you. И оно здесь для тебя же. See? It came out of you. Оно изошло из тебя. By you. За счет тебя. For you. Для тебя. So all these preoccupations. То есть вся эта обеспокоенность. Is exactly what is causing the lacking. И создаёт это чувство нехватки, что чего-то не хватает. Whatever you see that you don't have, it's because you think it's not there. Все, что, как ты думаешь, у тебя нет, это только потому, что ты думаешь, что его у тебя нет. See? And this is because you think it's not there, you are looking for it. И потому что ты думаешь, что его нет, ты этого и ищешь. Ну, я чувствую, что... If you stop seeking. Если ты прекратишь искать, прекратишь стремиться, the universe, which is your entertainer, это вселенная, этот мир, который здесь для того, чтобы тебя развлекать, will play a beautiful dance for you. Начнет танцевать для тебя прекраснейший танец. Ha 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 ha
Even if you are surrendered to the seeking, даже если ты сдашься поиску, отдашься ему, if you allow the seeking for truth to happen, если ты позволишь этому поиску истины происходить, you will find that whatever is on the way for you to attend this kind of talks or whatever, all is removed from your way, and then you land. Ты обнаружишь, что все, что стоит на пути, препятствует твоим встречам с этим, твоему постижению этого, то есть, допустим, приходить на эти встречи, все эти преграды, они будут устраняться сами по себе, и в какой-то момент ты с удивлением будешь находить себя здесь. Sylvia, and they want you. Come close. No, выходите поближе. Sit here, otherwise you won't be able to get here. Mm-hmm. Yeah. Jump, fly, do something. Come чтобы here. Успеть прыгнуть на стул. Come, you can, so you can be the next. Yeah. Могу? У меня такой вопрос. Кто я? В чем мое предназначение в жизни? И какую профессию выбрать? My questions are, who am I? Ну, я понимаю, что на многие вопросы вы сейчас уже ответили. My questions are, who am I? What is my predestination? And which profession to choose and who am I, in да? my life? And кто я, да? Who am I only? Who am I? Only who am I? Вот смотрите. Только один вопрос. Кто я? Only who am I? That's all. Any other question? Okay. Больше ничего. Well, who? You don't even ask. You don't even ask. You don't even. You don't even need to ask the question, honestly. Вам даже не нужно задавать этот вопрос. Да. Yes. If you can surrender completely now. Если вы прямо сейчас не можете смириться. Which is stop seeking. Смириться означает перестать искать. Because I want an answer. The question is because I want an answer, so I'm seeking for an answer. Потому что вопрос возникает, когда я хочу ответа. То есть поиск, я хочу ответа. Unconscious mental activity. А это все неосознанная работа ума. Because the answer is in front of you. Потому что ответ вот он, перед тобой. Even the answer to the question who am I is already there. Даже ответ на вопрос «Кто я?» уже есть. There is no I. Нет, я. Все? That's it? А можно еще тогда задать вопрос? You know what you are looking for unconsciously, of course. Many people are looking for security. This is what we are looking for. Знаете, чего вы на самом деле ищете? Очень многие люди неосознанно на самом деле ищут безопасности. I want to make sure that I will have enough money and I will be able to get my food and pay the rent and I want to make sure that my boyfriend is not going to go away with another girl or my husband. We are looking for safety. Мы ищем безопасности. Я всегда хочу быть уверен, что у меня будет работа, что у меня будет что есть, yeah. что у меня yeah. будет где жить, что мой парень не уйдет от меня в конце концов. Yeah. Yeah. Ну тогда как выбрать правильную работу? Вот у меня 12 специальностей. Если вы скажете, how to choose proper job, because I've got 12 professions, and I don't know what to choose. Если вы скажете, что не дает напряжения, то ни одна из моих профессий не дает мне напряжения, когда мне хорошо платят. If you tell me now that you choose some profession which you make without any effort, I will tell you that every well-paid profession doesn't make me to make effort. I mean, for me, if I am paid well, then I don't feel any effort. Yes. That's an idea. The idea. This world. See, we move from
an organic way of life to an ideological way, illusory way of living. Мы просто в какой-то момент перешли от очень органичного, естественного образа жизни к концептуальному образу жизни в идеях. See, we move from the world of reality to the world of ideas. We live here. То есть мы перешли из этого мира действительности. That's okay. Все нормально. Never mind. Из этого настоящего мира в мир наших идей, которые происходят только в голове. Да, согласна. Okay. Какую работу выбрать? So which profession to choose? Do you think that I choose to be here tonight? Вы думаете, что я сегодня выбирал находиться здесь? Да. Do you think that I choose to travel all over the world and give talks? Вы думаете, я выбирал вот это путешествие по всему миру и проведение таких встреч, бесед? Ну, вас позвали высшие силы или сам вы приехали? Higher powers has how higher powers have called you. There's no you. There's no you. Нету никакого вас. There's no me. Меня нет. There is only the power. Есть только сила. Playing you, playing me. Которая играет в меня, играется в тебя. В меня нет. Что? Во мне нет этой силы, раз я не знаю, кто я и какое мое предназначение в жизни. Inside me, because I don't know who I am and I don't know which is my predestination. Your destiny is to be here tonight, having this conversation with me. Ваше предназначение находиться здесь сейчас. Хорошо. This is your destiny. Вот это ваша судьба. Otherwise, why you are here? Иначе, why are you here? Иначе почему вы были бы здесь? Да, живу, то есть нахожусь в Самаре, сижу на Самарской улице, и фамилия моя Самарец. Интересно. Значит, мое предназначение быть здесь и сейчас. Моя судьба такая, да? Я не услышала. Я говорю, часть. Сижу в Самаре на Самарской улице, и фамилия моя Самарец. Okay, so this is my predestination. I am now in Samara on Samarskaya Street, and my surname is Samari. Samarets. Samarets. Yes. All that is what you think. Это все то, что вы думаете. That's the problem. Да. Вот в этом проблема. And then you believe that what you think is true. Вы верите, что то, что вы думаете, это так, что это правда. And you believe it's you. Sorry? Верю. And you believe it is you. И вы верите, что ваши мысли это вы? Нет. No, I don't believe. Otherwise you wouldn't be here. Иначе вы бы здесь не находились. You would be here. Вы бы вот тут сидели. Instead of asking questions, you would be giving answers. Вместо вопросов вы бы давали ответы. Благодарю вас. Thank you. That's all. No, it's not all. Это еще не все. Хорошо, посижу. No, it's not хорошо. See. This is a diplomatic way to run away. Это такой просто вежливый способ убежать. See, I don't get what I want. Thank you very much. Не дают чего я хочу. Спасибо. And I go. Спасибо. Все хорошо. Я пошла. And you feel terribly uncomfortable. И вам сейчас неудобно. That's a fact. Есть какое-то чувство неудобства. Мне все равно сейчас. It's something within you that if you give it a chance. Там что-то есть внутри вас, что если вы себе разрешите. It runs away from here. То это уведет вас отсюда. And this is your mind. Это на самом деле ваш ум. And your unconscious thinking is running your life. Ваши неосознанные мысли управляют вашей жизнью. And this can stop tonight. И именно это сегодня может прекратиться. You have an idea about what a proper job is, what a proper salary is, or a relationship is, or family is, or heaven is, spirituality is, enlightenment is. It's all ideas. У вас есть представление, что значит достойная работа, что значит достойная зарплата, что значит достойная жизнь, что значит достойные отношения, что такое настоящее просветление. Но это все только представление, и ваши представления управляют вашей жизнью. Да, согласна. Yes, I agree. Family tells you stories, society tells you stories, politician tells you stories, the priest tells you stories. И семья, священники, общество, политики, все вам что-то рассказывают, какие-то сказки. Family tells you
you see, you have to be like this, and you have to go and get an education, and you have to get married, you have to have children, you have to have a house, you have to. Семья тебе рассказывает, ты должна получить образование, ты должна работу получить, ты должна получить семью, завести детей. И все, что они рассказывают, это ты должна. And if you are 25, you are not married, then something is wrong with you. You are 35, you don't have a child, something is wrong with you. If you are 40, you don't have a profession, a proper salary, something is wrong with you. You are failing in life. Если тебе 25, и ты еще не замужем, с тобой что-то не так. 35, нет детей, с тобой что-то не так. Тебе 40, у тебя нет профессии, с тобой что-то не так. И получается, ты неудачник. Either somebody tells you, or you tell this to yourself. Или кто-то тебе вот такое рассказывает, или ты сама себе это рассказываешь. My husband. Whatever. Let's not go there. I'm not going to your house. Не будем вдаваться в подробности. Не хочу входить в ваш дом. Давайте останемся здесь. Society also. Общество тоже этим занимается. Stories, only my husband. Only your husband. Well, we are the collective unconsciousness. Ну, на самом деле, мы это некое собирательное бессознательное. There's nobody to blame. Здесь вообще некого винить. Okay. If you realize he's unconscious, so nobody's conscious of what he's doing or she's doing, so how can you blame somebody that does not know? Если ты это осознаешь, понимаешь, что все это неосознанно, то одновременно ты понимаешь, что поскольку остальные не осознают, то их ну, не в чем винить. If you want me to cook lunch and I don't know how to cook, how can you blame me because I don't know how to cook? Teach me, and then let's see. Если ты хочешь, чтобы я готовил обед, но я не знаю, как его готовить, как ты можешь меня обвинять в том, что я его не готовлю? Сначала меня научи, тогда я смогу готовить обед. Religion, my God, there is no more ideas than in religion. А религия, Господи, это, наверное, самая наполненная идеями, представлениями сфера. The main one is God. И самая главная идея в религии – это Бог. Which is your true self. А Бог – это твоя истинная суть. Not somebody in heaven. А не кто-то там на небесах. Heaven is another idea. Hell is another idea. А эти небеса, рай – это еще одна идея, ад – другая идея. Enlightenment. Oh, that's the biggest idea ever. А просветление — это вообще самая большая идея, которая существовала. So all these ideas. И все эти идеи. Are making you run around this planet in search for something that doesn't exist. Заставляют тебя бегать по этой планете в поисках чего-то, что не существует. And this is running your life. Именно они управляют твоей жизнью. The activities of this body. Вот все действия этого тела. And the inactivities of this body. Или бездействие. And 95%, if not more, run by unconscious thinking. Вот это вот неосознанное мышление на 95% управляет действиями или отсутствием действия твоего тела. Unconsciousness is taking the body to Wall Street because there is the money and that's it. It's taking to this body to the Himalayas because enlightenment is there. It's taking this body to the church because marriage is the thing and whatever it is. Or to the pub because drinking is, or to the hotel because sex is the thing, you see? Вот это неосознанное, это оно тебя и водит повсюду. На Уолл-стрит, если тебе нужны деньги. В Гималайи, если тебе нужно просветление. В какой-то бар, если тебе хочется секса. So we are unconsciously trying to repeat a story. Repetitive stories means karma. Мы неосознанно пытаемся повторять какие-то события, повторять истории, а вот эти повторяющиеся истории это и есть карма. You are conscious of that. Но когда ты это осознаешь, It disappears. Оно исчезает. And then your actions and reactions. И тогда твои действия, реакция are creative, они творческие, fresh, new, spontaneous, спонтанные, новые, свежие. It's a movement that happens spontaneously in this moment. Это такие движения, такие действия, которые спонтанно происходят в момент. As a response to a challenge that happens automatically and is not conditioned by any psychological thinking, conditioning. Это такой отклик на настоящий вызов, который
возникает спонтанно, и он абсолютно не обусловлен условностями психологического характера, идеологического характера. Because technological conditioning, no problem. Some Потому form что of обусловленности технического характера это нормально. I have been conditioned to dress like this because the time I spend with my family, so I dress like this. Или какие-то культурные обусловленности. Я, допустим, вот так одеваюсь, потому что какое-то время я жил в определенной семье, и там вот так одеваются. Maybe I walk the way my father walks, or whatever. I eat the way my mother eats. That's okay. That's technological knowledge. That's something that you learn, you know. И моя походка напоминает походку отца. Манера есть напоминает манеру. Ту манеру моей мамы, то есть это нормально. Talking about our psychological обусловленность, о которой я говорю, она вот отсюда. Mind. Она от на психологично, от ума. Yeah. So how to choose? Тогда как выбирать? Remain choiceless. Не выбирай. And the choice will come. Оставайся. Не выбирая, и выбор придет. How to choose what am I going to reply to your question? Как мне выбрать, а что же мне ответить на ваш вопрос? I have no idea. Я понятия не имею. I'm just conscious of your question. Я только осознаю ваш вопрос. I'm eating your question. Я его ем. And then something poop comes out. Затем раз что-то выходит. I don't even know what I'm talking about. Я даже не знаю, что я говорю. But I know it is true. Но я знаю, что это правда. There's no question. Sorry? There is no question about it. У меня нет сомнений по этому поводу. And to be conscious give you this freedom. И осознавание и дает тебе свободу. You can't go wrong. Что ты не можешь ошибиться. You can't go right. И ты не можешь делать неправильно, ни неправильно. Conscious actions and reactions are beyond the polarity of your thinking. As being good or bad, or right or wrong, or acceptable or unacceptable, moral or immoral. Действия, реакция из осознанности, из осознавания, они лежат за пределами хорошего и плохого, правильного и неправильного, нравственного и безнравственного и так далее. Они за пределами полярности. This knowledge gives you the freedom to know that you know that you cannot do but what you're doing in this moment, that you cannot be elsewhere where you are in this moment. Это знание дает тебе свободу понимания, что ты не можешь быть где-то еще, кроме как там, где ты есть, что ты не можешь заниматься чем-то еще, кроме того, чем ты занимаешься сейчас. There's no doubt. Нет сомнений. See, there's no question. You don't question yourself anymore. Нет вопросов, у тебя не возникает уже вопросов к самому себе. You don't doubt yourself anymore. Ты больше не сомневаешься в самом себе. You become fearless. И ты становишься бесстрашным. You are afraid of what? Of the reflection in the mirror, which is this universe? Потому что ты уже, ну как ты можешь бояться этого мира? Этот же мир всего лишь отражение тебя. See? So I don't give any technique to anybody of how to choose a better job or a better husband or a better house or a better anything. И я никому не даю такие техники или практики, как лучше, как правильно выбрать там правильную профессию или хорошего мужа или хорошую работу. In these talks you will not get any methods. Эти встречи вам не дадут никаких, на них не даются никакие методы. And in these talks you will get not even a message. Даже никаких посланий не передается на этих встречах. In this talk you will get nothing. Эти встречи вам ничего не дают. It is knowledge of yourself. А ничего — это знание себя. As nothing. Как ничего. The nothing that is conscious of everything. Ты — это ничто, которое осознает все. And the recognition that nothing, consciousness and everything are one and the same, inseparable. Indivisible unit. И также может произойти осознание, понимание, что ничто и осознавание всего — это одно единое целое. Here we are just describing facts. Здесь мы только описываем факты. See? We are switching on the light upon what is, and then we see to see what is going on. Мы высвечиваем то, что есть, включаем свет, чтобы посмотреть, что же происходит в действительности. And this is the
let's call it like that, the offer tonight. И вот это есть так называемое предложение сегодня. Absolute freedom. Абсолютная свобода. Which is freedom from what you call yourself. То есть свобода от того, что вы называете собою. Which is the main idea, the source of any or the idea of yourself is the mother of any possible idea within yourself, within you. Представление, которое есть у вас о самом себе, это есть матерь всех остальных идей, которые возникают. Тогда вопрос. Я же не могу, не боясь, то есть, вернее, не боясь, да, кого-то взять и раздеться перед публикой. Это же и есть свобода или не свобода? Что это? Then there is a question about freedom. I cannot now put off all my clothes and be naked here. I don't have such freedom. Well, you can, but... Вы можете. Но это же не свобода. But your husband will not like it. Ну, наверное, это не понравится вашему мужу. Он далеко. But if you wear, if you... He's far away. Then you... тогда. I'm joking. If you were a small girl... Вы знаете, если вы были сейчас маленькой девочкой... One year old. Один годик. And you remove your clothes in public. И вы сняли бы на публике свою одежду... No problem. Не было бы никаких проблем. Try to do it now. А сейчас попробуйте это сделать. Big time problem. Будут проблемы, еще какие. Because when you were a child, потому что когда вы ребенок, you didn't have an idea of yourself. У вас как ребенка нету идеи, представления о себе. You didn't know what was right, wrong, good, bad, this and that. Когда вы были ребенком, вы не знали, что такое хорошо, что такое плохо, что такое правильно, неправильно. And then you started identifying yourself with the body. А затем вы начали отождествлять себя с телом. Believing that you are the body. Начали верить, что вы это тело. And then you became a person. И вот тогда вы превратились в личность. See, birth doesn't mean the appearance of a new body. А рождение на самом деле не означает появление нового тела. Birth is the appearance of the person, which is the result of identity with the body. Рождение — это появление личности, а личность — это результат отождествления с телом. То есть личность — это всего лишь идея, представление о себе. A thought form. Некая мыслеформа. I am Caesar. Я Цезарь. I am a man. Я мужчина. I am Venezuelan. Я из Венесуэлы. I am Christian. Я христианин. I am this. Then I get more information and identity with knowledge, and I am a lawyer and I whatever. Я такой. Постепенно я узнаю все больше и больше, у меня возникает отождествление со знанием. Я юрист. What is born is an idea. То есть обретает рождение идея. But growth is an idea. Растет идея. But the case is an idea. И стареет идея. And what dies, hopefully, is an idea. И умирает тоже идея. That's the meaning of death. И в этом значение смерти. The death of the idea that you have of yourself, which depends upon identity with the body. Это на самом деле смерть того представления, которое у тебя есть о себе. А это представление зависит или происходит из-за отождествления себя с телом. They give you the impression that you're a separate entity in control of what is happening here. Это отождествление создает у тебя впечатление, что ты это некое отдельное существо, которое здесь чем-то управляет. My father was watching satsang the other day online. На днях мой отец смотрел трансляцию этих сатсангов, этих встреч по интернету. And I was talking to him on Skype. Я потом с ним общался по скайпу. And then he said, "Ah, I want to see the talk," and I gave him the link, and he was watching one of the recordings. И я ему по скайпу я ему скинул ссылки на одну из записей этих встреч. And then he passed a comment to my mom. What is he doing? What only thing he's doing is laughing. И отец говорит моей маме, чем он там занимается? Он только смеется. And all these people are just laughing. И люди в зале только смеются. And he asked me why. He asked me why you are laughing and why people are laughing. И вот родители меня спрашивают, почему ты столько смеешься? Почему люди в зале столько смеются? Да, because the truth makes you
feel happy. If the truth doesn't set you free and makes you happy, then what? Я ему говорю: папа, ну понимаешь, истина, понимание истины заставляет тебя смеяться. Потому что если не истина, то что может тебя сделать счастливым, сделать радостным? How can you express happiness, but it's not a laughter, I live with a smile. Ну а как ты, как мы еще выражаем счастье, радость, если только смехом, но если не смехом, то хотя бы улыбкой? But that's not right neither. Но это тоже не. Because I have to be serious. Это тоже как бы не так, потому что. And life is serious. Надо же быть серьезными в конце концов. Жизнь это что-то серьезное. And you gotta be tough. И вот надо быть жестким, надо быть уверенным. If you're a man, you gotta be strong. Допустим, если ты мужчина, ты должен быть сильным. Не видел ни одного миллиардера, который был бы смешливым. Все серьезные. I haven't seen any billionaire who would be funny, who would be happy. All of them are very serious. And you are looking for the millions. You're looking for what? And she's looking for the millions. Нет, я не жду. Я говорю, не видела ни одного миллиардера, который был бы грустным. Ой, то есть, вернее, смешливым. Все они очень серьезные. I haven't seen any billionaire who would laugh, who would be so laughy person. What to do? Ну что ж поделаешь. But you are looking for the millions because you're looking for the better job that produces the millions. Но вы же ищете миллионы, вы же ищете лучшую работу, там где больше платят, чтобы было больше миллионов. Да, да. Yes, yes. Do you want that? Не вижу в этом. Если вы этого хотите, не вижу ничего в этом плохого. I don't see anything bad in that. Nothing wrong in that. Then go for it. Тогда вперед. I know people that are millionaires and they have this knowledge and they are happy, but not because of what they have, because of the knowledge of who they are. Я знаю людей, у которых очень много людей, они миллионеры, но они обладают этим знанием, и они счастливы. У них есть счастье, но не за счет своего богатства, а за счет знания того, кем они являются на самом деле. Millionaires spoil their health making the money that they have. Миллионеры, они потратили здоровье для того, чтобы заработать, сделать деньги, которыми они обладают. And then they have to spend all that money trying to recover the health that they lost, trying to get that money. А затем им нужно тратить практически все свои деньги, чтобы восстановить то здоровье, которое они потратили, зарабатывая деньги. Doesn't make any sense. То в этом вообще нет никакого смысла в таком. And the freedom I'm talking about. И свобода, о которой я говорю. It's not the freedom to do whatever you want. Это не свобода делать все, что тебе угодно. It's not the freedom to get rid of your clothes and go naked everywhere. Это не свобода бросить свою одежду и ходить голой повсюду. It's not the freedom to sleep with whoever you want. И это не свобода спать со всеми подряд. To drink whatever you want, to smoke whatever. This is not freedom. Выпивать, курить все что угодно. Это не свобода. Freedom is the freedom from identity with the body. Свобода это такая. Тогда, когда нет отождествления себя с телом. That gives you the idea that peace, happiness, and love depends upon what happens. Потому что отождествление себя с телом заставляет тебя верить, что твое счастье, твой покой, твоя радость зависит от происходящего. Believe it or not, what you want is to know who you are. Поверите вы мне или нет, но то, что вы, то, чего вы хотите в действительности, whether you believe it, accept it, это узнать, кто вы такие на самом деле. Неважно, вы сейчас это принимаете или нет, верите вы мне или нет. Because you want something that gives you the guarantee that you're going to be permanently in peace. Потому что на самом деле мы хотим чего-то, что даст нам гарантию, что мы постоянно будем спокойными. Будет этот покой. You're looking for an insurance. То есть мы ищем вот такой вот страховки. Because you believe that if you have money all the time in your bank account, но из-за того, что мы считаем, что будь у нас постоянно деньги на счету в банке, то тогда у нас всегда будут средства, чтобы оплачивать там аренду квартиры, питание, проживание и так далее. И я буду застрахован, что у меня все будет оплачено, и тогда я буду спокоен. What happens is that when you get that, your mind keeps quiet. Что происходит, когда ты это получаешь, ум успокаивается. And then you experience peace. И из-за того, что ум успокоился,
Ты переживаешь покой. You experience peace because the mind is quiet, not because you get something or you got rid of something. Но этот покой на самом деле переживается не потому, что ты что-то получил, а потому, что ум успокоился. Ты получил что-то, ум замолчал и проявился покой. And the peace that you are experiencing is the peace of your true nature, your reality of what you are really in essence. И этот покой, который ты переживаешь, это на самом деле твоя истинная природа. Это то, кем ты являешься в действительности. Это твоя суть. You are that peace all the time. И ты являешься этим покоем всегда. It doesn't depend upon anything, anyone. Этот покой ни от кого и ни от чего не зависит. Yes. I agree. Then who are you? Ну, так кто ты? Жозефина. I'm Josephine. That's a thought. Это мысль. See from where this thought is coming from. Посмотри, откуда появилась эта мысль. Have a look and tell me what is there. Посмотри сейчас и расскажи мне, что там. Из ума? Из ума? This thought came from the mind. No, the mind itself is a thought. Нет, ум это и есть мысли. The mind cannot think. Ум не может мыслить. Значит, из памяти? Then from memory. Memory is a conglomeration of thoughts. Ум — это просто некий клубок мыслей. Who sees the mind? Кто видит этот ум? When you say, I am Josephine, когда ты говоришь, я Жозефина, you see Josephine. Ты видишь Жозефину. You see this voice in your head that says, I am Josephine. Ты можешь видеть, как бы чувствовать этот голос в своей голове. Я Жозефина. You are conscious of the thought, I am Josephine. Это ты осознаешь мысль, я Жозефина. You are conscious of the thought, I am Josephine is here. Ты осознаешь мысль, я Жозефина. И вот это я Жозефина, оно как бы вот здесь. And you are conscious of the thought, I am Josephine. Ты осознаешь мысль. And you are conscious of the body also. И вместе с тем ты осознаешь тело дальше. That you identify with, because the body is Josephine. Mm-hmm. И как бы ты отождествляешься себя с этим, потому что получается я это тело. But nowhere я Жозефина для тебя означает я это тело. But nowhere in that body is written Josephine. Но на этом теле на самом деле нигде не написано, что я Жозефина. Doesn't say made in Russia. Там не написано «сделано в России». See? See, now, simple shift of attention. Simple shift of consciousness. А сейчас это просто перевод внимания, перевод этого осознания. Consciousness of body, consciousness of mind. Осознавание. Есть осознавание мыслей, есть осознавание тела. Be conscious now of the one that is conscious and tell me what is there. А теперь переведи это осознавание на того, кто осознает, и расскажи мне, что получится. What is there? Что там? Пустота. Emptiness. Yeah. You are that. Ты есть это. Now you saw the other side of the moon. Вот ты увидела обратную сторону Луны. See? You know about the mind, you know about the body, now you know who you are, the one who knows the body and the mind. Ты знаешь об уме, о мыслях, ты знаешь о теле, а теперь ты знаешь саму себя, того, то, что знает о теле и об уме. Mm-hmm. Mm-hmm. What does it need, that nothingness? Вот это ничто, это пустота. Ей что-то нужно? Нет. No, nothing. Nothing needs nothing. Этому ничему ничего не нужно. And yet, и вместе с тем, is experiencing everything. Именно это ничто все это переживает. And all this, и все это, is within that. Находится внутри того. All this, вот это все, is inseparable from that. Не отдельно, не происходит отдельно от того. And the apparent link. Это кажущаяся связь, видимая связь, is consciousness. Это осознавание или сознание. Emptiness, то есть пустота, conscious, осознает of all what is contained within itself. Все, что находится, содержится внутри пустоты. If it all is one, если это все одно, who is seeking what? Тогда есть ли кто-то, кто может что-то искать? What is the need for it? И есть ли в этом потребность?
ничего искать. Nothing can look for anything. Mm-hmm. Nobody can look for anything. And yet it's happening. И вместе с тем это происходит. I'm not talking about when I say effortless existence. I don't say an existence that is absent of activity. И когда я говорю существование без усилий, вот это слово усилие, это не означает отсутствие действий. I'm talking about the absence of the effort or an activity that is performed in the search for happiness or pleasure or peace or love. Я говорю об усилии как напряжении, которое возникает, когда ты пытаешься, стараешься, стремишься к счастью, любви, покою. I'm talking about an activity that it is filled with happiness, peace and love. Я говорю о действиях, об усилиях, которые могут происходить, наполненные счастьем, любовью, покоем. Doesn't matter what the activity is. Неважно, каким это будет действие. Because if there is peace, happiness and love in the activity, that activity cannot be wrong. Потому что если в действии исполнено радости, счастья, любви, то такое действие, оно не может быть неправильным. So it doesn't matter if this is the case, doesn't matter if you are rich or poor or the president of the country or the maid. То есть неважно, кто ты, богатая или бедная, или президент, или не президент. Because they say, oh, your life is so extraordinary, Caesar, you're an enlightened being, whatever that means. Sorry, your life is extraordinary. Потому что можно сказать, ой, у тебя такая необычная жизнь, ты просветленный. People think I am on a mission or something. Люди вообще думают, что у меня какая-то миссия. See? That my job is higher than any other job. И что моя работа, она вообще выше каких бы то ни было работ. And I say, God, that's what I do only for 2 hours a day. Я говорю, ребята, ну вот таким я занимаюсь 2 часа в день. The rest of the day I live an ordinary life. Остаток дня я живу совершенно обычной жизнью. Brushing my teeth, ironing my clothes, cooking lunch. Я чищу зубы, я глажу свою одежду, готовлю обед. I'm not doing that anymore. But ну, больше не делаю, больше не готовлю. Or whatever, answering my emails. Отвечаю имейлы. I'm making her cook. Заставляю ее Actually, готовить. I'm teaching her how to cook. Нет, учит как. That's why she. You should be honest. Are you following what I'm trying to say? Следите за мыслью. So what is peace here now? No? Так где покой? Он здесь и сейчас. What is silence here now? Где тишина? Она здесь и сейчас. Peace is not here. Покой не здесь. It is reflected there. Он здесь отражается. But if you stop seeking, а если ты перестанешь стремиться, искать, it's everywhere. Ты увидишь, что покой он везде. Понимаешь? Понимаю. There is emptiness, but what is above that emptiness? Nothing. Нет ничего над. Nothing is beyond nothing. За этим ничего, ничего нет. Nothing can be further than nothing. Это ничто не может быть дальше, чем ничто. There is no God beyond nothingness. И нет Бога, который бы мог стоять за этим ничто. God is the name for that nothingness. На самом деле Бог это еще одно из имен для этого ничто. And you are that. И ты как раз этим и являешься. It's very simple, it's very straight. Это очень просто, это очень прямо. It seems that what is your name again? Josephine. Josephine. Is it in English or in Russian? She's speaking in English. Yeah. No, you're speaking in English. Okay. What? Oh. Okay. It seems that you may be under the impression now. That let's go a little bit deeper now. Sorry. Let's go a little bit deeper now. Давайте немножко глубже. You must be now under the impression. Сейчас вам может быть кажется или у вас такое впечатление. That Josefina is conscious of nothing. Что Жозефина осознала, увидела ничто.
That Josefina is conscious or experiencing nothing. Что эта Жозефина испытывает ничто. But the truth is exactly the other way around. Но истина как раз таки прямо противоположна. Well, half true. Это тоже наполовину, правда? It is nothing. На самом деле ничто. What is conscious of Josephine? Осознает Жозефину. It is nothing that is experiencing Josephine. Ничто испытывает, ничто чувствует Жозефину. What if we go a little bit further? Но если ты еще немножко продвинешься. Since nothing, consciousness and Josephine are not separate. Since, поскольку ничто, осознавание и Жозефина, они не раздельны. Who is experiencing what? Поэтому есть ли кто-то, кто что-то переживает? Никто. Никто? Nobody. Exactly. I understand. Okay. Thank you very much. Okay, thank you. Oh, thank you. Oh, thank you. Thank you. I'm not sure about that, but anyway, what to do? Ну я не уверен, но ничего. Hi, how are you? Привет, как дела? Хорошо. Екатеринбург. Good. Омск. Но Екатеринбург. А я Омск. Ты не была в Екатеринбурге? Right. Белая Вежа. Омск. I was in Омск in the retreat place, Белая Вежа. And in the city also, no? Huh? Yes, in the city also. Okay. Хорошо. Whatever city that you're from. Ну, откуда бы ты ни была. Let's talk. Давай поговорим. Ну, я бы хотела сказать спасибо. Вы тогда ответили на все мои вопросы. Я бы хотела вас поблагодарить. I want to say thank you because that time in Omsk you answered all my questions. So I want to tell you thank you. Thank you. И у меня остался один вопрос только. And still there is one question left. Yeah. Мой друг сказал мне, что если человек разотождествляется с телом и умом, то есть становится просветленным, то он плохо заканчивает, то есть он заболевает какой-нибудь тяжелой болезнью, вроде рака или еще что-то в этом роде. Но это не обязательно так. My friend has told me that when one loses identification with the mind and with the body, when enlightenment happens, then this being cannot finish well. Some big illness happens, for example, cancer. Is it? Просто на физическое тело это никак не влияет, то есть so it doesn't have any impact on physical body, on physical level. Enlightenment. No. Вообще никак. No, environment can have an impact in the physical body. Ну, на самом деле влияние на тело может оказывать только среда, внешняя среда. Genes can have an impact in your physical body. Genes. Yeah. Там поход в этот зал, как мы это. А, genes. Not genes. No, genetic okay. Stuff. Гены могут иметь влияние на физическое состояние. But awakening? No. Но просветления нет. Not that I know. On the contrary, I had a physical condition. Даже наоборот, вот у меня есть определенное физическое состояние. Not pleasant. Одно не из самых приятных. And it's going. И оно потихоньку улучшается. Not by itself, no. Some exercises. Не само по себе. Some diet and some medications, but. То есть есть какая-то диета, есть какие-то специальные упражнения. The medication finished, no need to take it anymore. А также я принимал какие-то лекарства, сейчас тоже закончилось, лекарства уже не нужны. The pain is basically not experienced. И боль практически уже не происходит. And the thing is becoming better and better. So. И все приходит как бы все больше и больше в строй. And one can say that awakening in this case happened in, I don't know. 15 years ago, I don't remember.
И, ну, можно сказать, что вот в данном случае пробуждение имело место быть, ну, я не знаю, там, 15 лет назад или не знаю, когда точно. And it was recently when I started taking care of my physical condition. И на самом деле только недавно я стал заботиться о своем состоянии своего тела. Out of an understanding that if I don't take care of it, I won't be able to do what I do. И только потому, что произошло понимание, что если я не стану поддерживать свое тело в нормальном состоянии, я не смогу продолжать заниматься тем, чем я сейчас занимаюсь. At least comfortably. Ну, по крайней мере, в таком удобном, хорошем it, состоянии. Ну, конечно, можно этим заниматься и вот так вот. Like that, no? В плачевном состоянии. But it's not that pleasant. Но это не так уж приятно. Ну, это все, что я хотела спросить. That was all what I wanted to ask. Yeah, your friend is using an excuse not to become enlightened. Это просто твой друг использует такое оправдание, чтобы не просветлевать. See, I will not get enlightened because I will get cancer. I'd better remain ignorant and healthy. Не буду просветлевать. Зачем мне такое просветление, если я просветлею и потом раком заболею? А еще сколько по времени у вас потом, как вы говорили? Вы просветлели, а потом вам еще пришлось осознавать какое-то время какие-то, ну, не знаю, боль, там, страх, как вы говорили. Сколько это было по времени? Then could you tell me, please, about the time? What time it took for you? You said enlightenment happened to you, and then it took some time to become conscious of all these fears inside, la-la-la. So how long was it? I don't know exactly the time. Не знаю точно. It was a long time because it was painful. More painful it is, longer it seems to be. Я не засекала. На самом деле это было долго, потому что было очень болезненно. Чем болезненнее, тем длиннее, но тебе кажется. But I would say that 6-7 years. Ну, могу так сказать, навскидку 6-7 лет. To Don't take this as a point of reference. Только не нужно это воспринимать как точку отсчета теперь, как пример для сравнения. It can be longer. Бывает подольше. It can be shorter. Бывает покороче. You will never know. You will never know. Никто, это неизвестно, сколько. So don't worry about that. Вообще не нужно, не стоит об этом беспокоиться. When you know what the mind as ego is, когда ты узнаешь и понимаешь, что такое ум, что из себя представляет это эго, you know it is nothing. То есть ты понимаешь, это ничего. When it comes, when it happens, you know that nothing is really happening. То есть когда оно тебя посещает, ты знаешь, что на самом деле ничего такого не происходит. Your brain has been just touched by the mind. Это просто ум коснулся мозга. It produces a sensation in the body. Появились какие-то ощущения в теле. Last for some time. Они будут ощущаться какое-то время. And it disappears. Потом исчезнут. See, and then when you know that, и когда ты это знаешь, then you can go through anger, fear, jealousy, stress. Ты можешь спокойно переживать и злость, и ревность, и стресс, и подавленность, и страх. In peace. Спокойно. You can be seated here completely. Ты можешь вот так сидеть. Completely angry. Там злиться просто на полную катушку. I'm perfectly okay with that. И совершенно нормально к этому относиться, что ты злишься. How are you? I'm angry. Как ты как? Я злая. And yet you can be laughing. Вместе с тем ты можешь смеяться одновременно. I'm serious. Я честно, так и есть. You так может быть. How are you? I'm stressed. Ну, как дела? Да я весь в стрессе. And yet you can look so peaceful. И вместе с тем ты будешь выглядеть очень даже спокойным. А как мне узнать, что я осознаю или... Или я могу это спутать с тем, что я думаю, что я осознаю и получаю. How will I discriminate if I'm really aware or I think that I'm aware? Because there must be some kind of effort. Как если ты думаешь, что ты осознаешь, есть будет какое-то напряжение. There will be, you will feel it. It's like a subtle,
like a sudden mental activity when the mind is trying to, because mind is going to help you now, is trying to be aware. Ты сможешь это замечать, потому что будет все-таки какая-то такая очень тонкая мысленная деятельность. То есть ум такой, едва заметный ум, который пытается осознавать. Но в этом всегда будет напряжение. There is a sense of an I there. Будет такой привкус «я». There's a sense of me being aware. Привкус «я осознаю». See, and me is not aware. Такое вот чувство, что «я осознаю». Can you repeat last? Me is not aware. Но на самом деле это не я осознает. I is not aware. Это не так, что я осознаю. See? Because this me is something that you are aware of. Потому что вот это я, на самом деле это еще нечто, что ты осознаешь. There is effort. There is, you will find that there is kind of a какое-то напряжение. Вы всегда сможете заметить какое-то напряжение. Kind of a mental movement behind it. Какая-то такая еле заметные мысли за этим. And sometimes deep you go into this, more refined becomes the trick of the mind. It's difficult to catch it. И чем больше ты в это углубляешься, тем более утонченным и изощренным становится твой ум. То есть эти мысли, они настолько будут тонкими и незаметными, что тебе будет сложно само их заметить. More you relax, more you relax. Но чем больше ты будешь расслабляться, because I say this now, то есть не нужно напрягаться, пытаясь осознавать. And I speak about the trick of the mind, чем больше я сейчас это говорю, чем больше я говорю об этих трюках ума, and then mind plays a trick to recognize the tricks of the mind. Ум начинает играться в такую игру, а теперь я буду отслеживать эти уловки ума. And the mind is there trying to catch the mind. Этот ум уже такой весь готов отслеживать ум. Playing the tricks of catching itself, playing tricks. Он как бы играется в такую хитрость отслеживать свои собственные уловки. But there is awareness of that. Но при всем этом при этом есть осознавание всего этого. And the awareness of that is effortless. И вот это осознавание, оно в нем нет напряжения. It's just happening. Оно просто происходит. Somehow, my suggestion, this is a tip. It doesn't have to be a general rule, but. И вот мой сейчас совет или подсказка, это не для всех, не обязательно это сработает для всех. Anything that you experience. Что бы ты ни переживала. It happens in the body. Оно как-то отдается в твоем теле. Pleasure, pain in the body. Удовольствие, боль в теле. Как-то оно чувствуется в теле. And happiness and everything else is experienced in the body. The body itself and the mind are connected. Радость, там все, вообще все, оно как-то отдается в теле, потому что на самом деле ум и тело они связаны. So anger in the body, stress in the body. It is a name for an experience in the body: anger, jealousy, pride. Stress, happiness, unhappiness. It's a name, different names for the different forms that the mind takes and expresses itself in the body. То есть ревность, злость, подавленность, страх. На самом деле это только разные имена тем разнообразным ощущениям, которые происходят в теле, когда вступает ум. See, and then be conscious of the body. Поэтому стоит осознавать, стоит больше уделять внимание тому, что чувствует тело. Be conscious of what you call yourself. Сначала осознавай, замечай то, что ты называешь собою. And your identity with it will disappear. Тогда отождествление себя с этим так называемым собою будет пропадать. You are not to be concerned about any other body because you cannot do anything about it. You only can deal with this. И не стоит беспокоиться о всех остальных телах, вообще всех остальных, потому что единственное, с чем ты можешь иметь дело, это вот это, иметь дело вот это тело. То есть просто все, что я могу сделать, это позволить свободно и происходить мыслям и эмоциям, и все, и не вмешиваться в это никаким образом. So the only thing I can do is to allow thoughts and emotions happen by themselves and happen
to allow them freely happen as they happen. Yes. And I shouldn't interfere in all these emotions. If the content of your thinking is based upon an idea, it will disappear. Смотри, если будут происходить какие-то мысли, которые отталкиваются от идей, то они будут распознаваться таковыми, идейными, концептуальными, и они будут исчезать. And you will recognize this in no time without any effort. И это осознание, что мысль из идеи, оно будет происходить мгновенно, без напряжения. It's like something intelligent will discriminate between your conceptual, ideological thinking and your practical thinking. Это так, что нечто разумное, оно само по себе, оно различает мышление практического характера и размышления концептуального характера, идейные. And this one will disappear, the conceptual disappears. И вот эти вот концептуальные размышления, они будут исчезать при осознании их. This one stays. А вот эти практически остаются. It's a practical functioning. То есть это какое-то практичное функционирование. Which is charged with peace and contentment and love and kindness and friendliness and see. Такие мысли практичные, они сами по себе заряжены покоем, тишиной, дружелюбием, нежностью, любовью. The so-called good qualities. Ну, так называемые мысли, хорошие мысли. That you don't have to develop. Sorry? You don't have to develop them. Но это не нужно нарабатывать, не нужно как-то учиться хорошо думать. That there. Это и так происходит. Просто есть, ну, то, чего очень много накопилось, всякие там решения в жизни, всякие, не знаю, ситуации. Мне кажется, это просто все не пересмотреть, этого слишком много, даже за 20 лет жизни. The thing is that they, so many things have been accumulated so far in 20 years, some decisions, some situations, so many things, and it's gonna take long time to overlook it one more time, to experience it. No. Don't worry about that. I told you, once you recognize the illusoriness of it, it doesn't matter how long will it take, it doesn't matter how bad it may be, you will be completely and absolutely untouched by that. You will see that, conscious of that, and you will see that the one that is conscious, by allowing it to happen, you will realize that the one that allows it to happen is untouched and unaffected by it. Ты не беспокойся, я же тебе уже говорил, что как только происходит это осознание этого, уже не важно, что будет происходить и как долго, все, что, потому что ты уже будешь понимать суть вот этой вот обусловленности, ты будешь понимать, что она ничего из себя не представляет, и она будет происходить, ты будешь ее переживать, но понимая ее суть, а суть, что это только мысли, только переживания, ты будешь одновременно понимать и осознавать, что все это происходящее, вот это накопленное, оно тебе ничего не причиняет, оно тебя никак не затрагивает, и только так оно будет изживать себя за счет твоего непредвзятого осознавания этого. Все, спасибо. That's all, thank you. See, don't quit. Не сдавайся. I said the other day that it's easier to wake up than to remain awake. Не нужно сейчас опускать руки, потому что на днях я сказал, что гораздо легче проснуться, пробудиться, чем оставаться пробужденным. And anybody can have a glimpse tonight. Здесь у кого угодно может произойти проблеск сегодня. The previous questioner, человек, который задавал вопрос до этого, there is nothing. Сказал, ничего нет, that's там it. Ничего. That's the only thing that you don't know. Hmm? This is the only thing that the person didn't know, who you are, who that person was in reality. И это единственное, чего этот человек не знал. Он не знал, кто он в действительности. But really, there is somebody that is willing to go till the end. Но очень редко кто-то после этого имеет желание, готов дойти до конца. On the way till the end, on the way, this is just a way of speech, it's not literal.
И вот в этом дойти до конца, ну это просто только ну, образ речи, дойти, потому что нету никакого пути на самом деле. Only if you stay conscious, you will be more and more and more convinced that there is a possibility to be in peace despite of the physical condition or the mental condition. То есть начинает проблеска, чем дальше ты будешь идти, тем больше и больше у тебя появляется возможность понимать и переживать то, что ты можешь быть в покое, несмотря на физическое и ментальное состояние. Можно спокойно воспринимать, что бы ни происходило снаружи и внутри. I said to have a glimpse of the truth is good is enough. It's good enough, but it's not enough. То есть я говорю, что иметь проблеск истины – это хорошо, но этого недостаточно. But the whole thing doesn't, believe me, only our psychological conditioning. Ну, поверьте мне, что пока не исчерпает себя вот эта психологическая обусловленность. It's not removed. We will never live permanently in peace. Пока она не будет устранена полностью, не будет покоя, постоянного покоя. До этого момента не будет возможности постоянно проживать жизнь в покое. But if you understand this, и если ты это понимаешь, you will be even in peace while going through the process of dissolution of your psychological conditioning. Ты сможешь оставаться в покое, даже бурно переживая этот процесс растворение, исчезновение психологической обусловленности. The ego, the mind, however you like to call it. Растворение эго, растворение ума, уничтожение. Называйте, как вам нравится. Просто слишком тяжело быть в этом, ну, постоянно, в каких-то вот этих эмоциях, всех не уходить, а просто оставаться в этом, потому что все равно ничего не можешь сделать. But then it's can be difficult sometimes to stay with all that emotions, to do nothing about them. To do something is difficult. На самом деле сложно, когда ты начинаешь что-то с ними делать. To do nothing is easy. Ничего с ними не делать, это легко. I understand what you mean. I experienced that. Я понимаю, о чем ты. Я сам это переживал. Sometimes some emotion comes, some fears come, some tendencies comes. Иногда бывает, что появляется какой-то страх, какая-то эмоция, всплывают какие-то склонности, привычки. But if you surrender fully, но если ты смиришься полностью, once, хотя бы один разочек, next time is easier, в следующий раз будет уже легче and easier, и проще. And easier. Будет все легче, легче и легче. See, and if you do it once, если ты один раз это сделаешь, there is your certificate of guarantee. In that experience is a certificate of guarantee. Вот этот вот опыт, он сам для тебя будет гарантией качества, гарантией. First you can. То есть первое, что ты поймешь, ты можешь. Second it is okay. Второе, все нормально. Это нормально такое переживать. Not a big deal. Ничего страшного в этом нет. Then you can walk on fire and not be burned. And you will not be burned. Not being burned. Mm-hmm. Yeah. И тогда ты сможешь идти сквозь огонь, и тебя не будет обжигать. If it is an illusion. Потому что если это иллюзия. If it is an illusory experience created by an illusory thought, what is there to worry about? Потому что стоит ли о чем-то обеспокоиться, если это всего лишь иллюзорное переживание, которое было создано иллюзорной мыслью. It doesn't matter how bad it can be. Неважно, насколько плохим и ужасным может быть такое переживание. Comes and go. Переживание, оно приходит и уходит. It cannot stay forever. Оно не может постоянно быть. Unless you try to do something about it. Единственный шанс у него оставаться, это когда ты пытаешься что-то сделать с этим переживанием. The only thing that can keep it there is your effort to get rid of it. Единственное, что может удерживать переживание или опыт, это когда ты напрягаешься, чтобы от него избавиться. Or твои усилия как-то изменить это переживание. If you are not conscious of it, или же если ты не осознаешь, it will come back. Если это переживание неосознанно или мысли, или эмоция, то оно уйдет, но потом опять вернется. That's what I'm saying. After this, there is no way back. Я как раз об этом и говорил. После проблеска нет уже дороги пути назад. And
I'm sure that you got a glimpse of that, which is a real experience of. Я уверен, что у тебя был проблеск, то есть настоящий. That's awakening. Переживание самой себя. Awakening is to wake up to the illusion of duality or separation. Это и было пробуждение. Пробуждение — это когда ты просыпаешься из этого сна двойственности. Awakening is the easiest thing in the universe. Когда уходит иллюзия двойственности. И на самом деле пробуждение — это самая легкая вещь на свете. But now the rest is, the homework is coming now. Но сейчас тебе предстоит домашняя работа. The homework that you don't have to do. Sorry? A homework that you don't have to do. Mm-hmm. Это домашняя работа, над которой не нужно работать. Because it happens by itself. Потому что оно вот так происходит само. This comes by itself, no? Будет приходить само. The thought comes by itself. Мысли, они же сами приходят. And the reactions in the body created by the thought comes by itself. И реакции тела на эти мысли тоже сами происходят. It's nothing that you can do. Ты ничего с этим не можешь поделать. Or have to do. И ничего не должна с этим делать. Just to let it happen. Просто разрешить этому происходить. And if I can, you can. There's nothing extraordinary about Caesar. Если я могу это делать, ты точно так же можешь, потому что в Цезаре нет ничего особенного. I don't think that your mind can be worse than mine. Я не могу, что твой ум может там вытворять хуже штуки, чем вытворял мой ум. Mine was a heavy, heavy intellectual stuff. Вот мой ум был отягощен очень таким тяжелым интеллектуальным грузом. Together with all what I did in my life. Плюс все, чем я перезанимался, перенатворил в своей жизни. But if I tell you, I'm telling you, nobody will come tomorrow to this talk. Если я всем расскажу, чем я занимался в своей жизни, see, I will lose credibility. То я вообще потеряю всякое доверие, и завтра никто не придет. If I tell you all what I did in the past, если я все-таки расскажу, чем же я занимался в прошлом, всяким разным. No chance in hell that you will believe me. Я не верю, что вы мне будете верить. Спасибо. Okay. Thank you. Welcome. You're welcome. Yeah, Pajar, please, by all means. Okay. Is the owner of the apartment where I'm staying here? А здесь есть хозяин или хозяйка квартиры, где живет Цезарь? No. Is it you? Это вы? Thank you so much. Спасибо вам большое. Absolutely. Thank you. I wanted to say thank you for this. Очень удобно. Цезарь хотел вас поблагодарить. Thank you. Thank you. Вот так? Хорошо. Можно Please. Еще выше, чтобы выше? Вам не нужно было. You can не take пахнуть. It out if you want and hold it okay. Like this. Yeah, it's more comfortable. That's a better idea because otherwise. Gonna have a pain in your neck. Я очень рад тебя yeah. видеть. I'm very glad to see you. Glad to see you too. Я тоже рад. I'm with you. Я с вами. Два года назад я уехал в Индию, чтобы найти себя. 2 years ago, I went to India to find myself. Interesting, me too. Очень интересно, у меня тоже такое было. Да, я тоже. And I carry myself to India, isn't it? Именно вместе с тем я привез себя же в Индию. Вот, а через полгода меня оттуда вышибло, выгнало просто. And then I came there, and in 6 months I was just kicked out from there, from India. Я был в Гималаях, был возник очень сильный страх, он меня вышвырнул. Страх. I was in Himalayas and some huge fear came and just kicked me out from India. В голове мысли просто как взорвались. It was just explosion of these thoughts in my head. Почему я туда поехал? Потому что я пытался найти себя, которого начал искать и не нашел. The reason why I came there to India because I was trying to find myself, the self, which I couldn't find before. Я начал искать и нашел только разные образы других людей во мне.
You know, I was so for some time before I was trying to find myself, and the only thing I found many different ideas of myself, but which really was like images of other people. So I found only many different persons, images of others within myself. See, when you start looking at your what you call yourself. Да, когда ты начинаешь рассматривать то, что ты называешь собою, you will find mama, papa, бабушка, ты можешь в этом увидеть что-то от папы, от мамы, от бабушки, от Ленина, Jesus. От Иисуса Христа, Че Гевара, Че Гевары, I don't know. Ну, там от Элвиса Пресли. От Элвиса Пресли. See, all this and the recognition of all the effort that we made to be like that. И вместе с тем, когда ты узнаешь в себе вот эти все образы, вместе с тем еще происходит осознание того, как сильно я напрягался, чтобы поддерживать образ себя, то есть чтобы быть таким каким-то. An image that we believe in and unconsciously identify with and start acting and reacting conditioned by that. То есть это были все образы, представления, в которые мы поверили, неосознанно стали отождествлять себя с этим. Identify with and then what? And acting and reacting conditioned by that. И после отождествления себя с образом мы стали действовать, исходя из этого образа. Because that is me. Обусловленный вот таким представлением о себе. Я такой-то. And I am like that. Я вот такой. And that's the way I am. Я вот это, и See? Вот я себя веду вот так. Я пытался как бы отпустить себя и делать все, что мне хочется. У меня такой опыт был. I also had experience when I tried to let myself, like to myself as the I, and to let myself to do whatever I want, whatever I wanted. Mm-hmm. That's another trap. Это еще одна ловушка. Yeah, because I said if you. She got it. До нее дошло. Because it is a habit to look for happiness. It's an experience, so we reinforce that, which is an idea. У нас просто есть такая привычка все время искать удовольствие, искать счастье, и мы как бы сами из-за этого ухудшаем все. But allowing that's a very interesting point, because it seems that when I say allow it to happen, it seems that I'm giving you, for example, if I have a thought I want to kill you, that doesn't mean that I will allow that action to happen. Это очень очень интересный и тонкий момент, потому что когда я говорю позволяй этому происходить, разрешай этому происходить, это на самом деле не значит, что ты будешь всему позволять происходить. То есть, допустим, если меня посещает мысль, я хочу тебя убить, это не означает, что я это сделаю. If I witness that, if I observe that, если я замечаю эту мысль, если я ее осознаю, that will not happen. Если я ее увижу, то так не произойдет. It stays here. Она появится, побудет вот здесь and it disappears. И растворится. Are you following what I'm trying to say? Понимаешь, что я пытаюсь передать? Yes. Because after, if you have a glimpse of the truth, потому что если у тебя был проблеск истины, you can get trapped in an identification of subtle forms of behavior. Ты тоже можешь попасться в ловушку, когда происходит отождествление с какими-то уже другими манерами поведения. Это будет очень тонко и незаметно. I've been there. Я, допустим, это пережил сам. And then even after awakening, I was indulging in some kind of habits like, well, who cares, you know, I'm free and this doesn't affect me or whatever. То есть у меня после пробуждения тоже было такое, когда ну вот стали подниматься какие-то привычки, а я говорил, ну какая разница, что делать, я же свободен.
But then I found myself again in the vicious circle of pleasure, suffering, pleasure, suffering, pleasure, suffering. И тогда я обнаружила себя в этом замкнутом кругу: боль, удовольствие, или там страдание, удовольствие, страдание, удовольствие. Сейчас по-другому. If the pleasure comes, it comes. Если приходит что-то приятное, удовольствие, пожалуйста. It is experienced. Оно проживается. And that's it. И точка. The next day there's not a thought, oh, let's do it again. А на следующий день не появляется мысли, давай снова. See? Давай опять это сделаем. And again and again. И еще раз, и еще раз. See, it becomes what you are living for. Mm? What you are living for. It becomes the reason of your life. То есть это не так, что оно превращается в причину твоей жизни. I can go with you to a nice restaurant, have an amazing dinner and lovely conversation. I can drink a glass of wine, whatever. То есть я могу сейчас отправиться с тобой в ресторан. У нас там будет какой-то прекрасный ужин, приятная беседа. Я могу выпить немного вина. Это все нормально. Будет очень приятно. That experience is gone. Но это переживание, оно пройдет, оно будет и оно пройдет. It doesn't become a concept. Оно пройдет бесследно, оно не превратится в какую-то концепцию. Which prompts the seeking of let's do it again. И потому что именно концепция, идея, она и запускает потом этот поиск, like, стремление, давай опять. Life is about having nice meals, a glass of wine and lovely conversation. То есть концепция будет такая, вот классная жизнь, это когда очень приятное общение, очень приятная вкусная еда, и вот в том-то месте вот так-то. Life is about going to the disco every night, 3 o'clock in the morning, getting drunk and having fun. Или, допустим, вот эта жизнь, когда я ночью там в 3 часа иду на дискотеку, напиваюсь, танцую до упада. You have sex? My God, that's a good one. Или жизнь — это у тебя секс, ну это вот самое, конечно, веселое. Life is about having sex. Who cares with? I don't care with whom or how. I have to have it. Жизнь — это классно, когда есть секс, и мне плевать с кем, когда. То есть главное, неважно с кем. So nothing, главное, чтобы это было. Nothing wrong with sex and the disco and the dancing and the party. There's nothing wrong with that. It's life. Why not? И на самом деле ни в сексе, ни в дискотеке, ни в вечеринках, ни во вкусной еде, ни в приятном общении в этом нет ничего неправильного, потому что все это составные части жизни. These are possibilities. Это все разнообразные возможности. Not the only possibilities. Но See? Это все возможности, а не так, что вот можно, возможно только вот так, вот это путь. It's a big spectrum of possibilities in life. Потому что в жизнь она предоставляет огромный спектр разнообразных возможностей. И эти возможности, они появляются сами по себе. And we have the tendency to forget that we want to repeat something that came by itself in the first place. А у нас такая привычка, мы постоянно забываем, что мы хотим повторить что-то, пережить что-то, что в первый раз произошло само по себе, неожиданно. Еще вопрос. One more question. У меня произошел такой опыт, что я начал как бы спрашивать, что мне делать у своего ума. I had another experience when I started asking to my mind, what should I do? И вот тогда меня по-настоящему заклинило. And then I really got stuck. Oh, of course. Ну, конечно. You don't tell the mind what, you don't ask the mind what is it that has to be done. You tell the mind what to do, or you use the mind to do whatever is there to do. Ума не нужно спрашивать, что нужно сделать. Это ты должен рассказывать уму, говорить, что должно быть сделано. А вот у меня произошло как раз наоборот, и получилось так, что внимание полностью захвачено умом. Yes, and in my case it happened exactly other way around. So my attention totally got into the mind. I was totally overwhelmed. I was totally caught with my mind. Yeah. What happened is that the mind is that what you are conscious of. Смотри, на самом деле, что происходит? Ум — это нечто, что ты осознаешь. And the display of phenomenon that the mind was presenting you. И вот это вот некое представление, это игра всяких явлений, которые перед тобой как бы прокатил ум. Проиграл ум.
makes you forget who you are. Вот эта вот игра, мишура ума, она заставила тебя забыть, кто ты. Да, which is here, you're conscious of this madness, this play of thoughts. Но вот это то, что здесь, оно все так же осознает вот это сумасшествие, вот эту игру мыслей. But if you still conscious and you say, oh my God, this is crazy, look at that. Если ты только осознаешь, остаешься в осознавании, как бы не касаешься этого, то ты можешь сказать, Господи, вот это да, вот это сумасшедший дом в голове. It's not a problem. Но это не проблема. See? You can go through a complete mad moment. И ты можешь переживать действительно сумасшедшие моменты. And you recognize that it is an illusion. Но ты будешь все время понимать, что это только иллюзия. You will have no power, no control over you. Поэтому эта иллюзия, у нее нет никакой силы, она никак тобой не управляет. Because the only power that it has over you is the power, that you give to it. Потому что единственная сила, которая может быть у иллюзии, это та сила, которой ты сам ее наделишь. The only reality that it has is the reality that you give to it. Единственная реальность, которой может обладать иллюзия, это реальность, которой ты сам ее наделяешь. If you don't believe in it, а если ты не веришь в иллюзию, it's an illusion. Она остается иллюзией. If you believe in it, если ты в нее веришь, appears to be real, кажется, что это так, что plus, это действительно так. Plus, it will seem to be you. Мало того, что тебе будет казаться, что иллюзия действительно происходит, тебе будет казаться, что ты — это то, что происходит. Instead of, oh, there is fear, I am afraid. То есть вместо того, вместо понимания есть страх, будет мне страшно. Instead of, oh, there is madness, I am mad. Вместо того, есть сумасшествие, будет я схожу с ума. So it's just about to stay conscious, aware. То есть это все сводится к тому, чтобы оставаться осознающим, and believe me, осознавать и ничего больше. Everything else comes as a byproduct of this. И поверь мне, все остальное станет производной такого осознавания. Nothing else is required but to be conscious. Ничего больше от тебя не требуется, только осознавать. If you are conscious, your practical thinking will function, wow, efficiently, sharply, peacefully, in harmony. Если ты осознаешь, то поверь мне, вот это практическое мышление, оно будет прекрасно функционировать, очень точно, очень быстро, очень сообразительно. So you were in the Himalayas. И спокойно это будет происходить. And the mind says, if this guy stays here, I'm gonna die. То есть ты был в Гималаях, и ум тебе однажды сказал, если этот парень еще здесь побудет, я умру. And he went to the photo album. Этот ум, он тогда открыл альбом, фотоальбом. And search for the most horrible image that can show to you. И нашел там самый какой-то ужасный образ, который может тебя удивить и поразить. And then he showed to you. Он показал тебе эту картинку. Makes you freak out. Заставил тебя психовать. And you came back to Russia. И ты вернулся в Россию. Or to New Delhi, or whatever. Или там в Нью-Дели. Там случился очень сильный такой внутренний диалог в голове. Very strong inner dialogue happened. Yeah, yeah. И я не смог остановить его and никак. And I couldn't stop the dialogue. Did you have to stop the dialogue? Ну, не нужно останавливать диалог. You have to recognize the illusoriness of it. Все, что нужно, это осознать иллюзорность диалога. That stops the dialogue. Осознавание иллюзорности диалога его и прекращает. The thing is, we always try to do something about it. Дело в том, что у нас все время есть такой позыв, такое стремление сделать что-то с ним. And that is a trap. И вот в этом ловушка. And that is when spirituality becomes an obstacle. И вот тогда духовность превращается в препятствие. With this controlling the mind thing, etc., etc. Вот эти вот штуки управлять умом и так далее. How can you control the mind? Как ты вообще можешь управлять умом? You cannot control the mind. Ты не можешь. How can you control something that is not present? Как ты можешь управлять чем-то, чего нет? And when it's present, it is too late. Чем-то, что не имеет места быть. А если оно уже имеет место быть, значит, оно произошло. Значит, уже поздно им управлять. Can you think your thoughts? Ты можешь выдумывать мысли? No. Нет. You know that you are thinking when you are thinking. Ты узнаешь, что ты думаешь, когда ты это думаешь. See, thoughts,
Just happen. То есть мысли просто происходят. It's a very important thing to understand. И вот это очень, нечто очень важное, что нужно понять. Among all the things that happens in life, среди всего того, что в жизни происходит само по себе, are your thoughts. Мысли тоже происходят сами по себе. Whether you think your thoughts are practical, неважно, ты думаешь там какие-то практические мысли or conceptual, или концептуальные. They happen by itself. И те, и другие происходят, появляются сами по себе. So you can only be conscious of them. Единственное, что ты можешь осознавать мысли. If you are alert, awake enough, и если ты достаточно бдителен, если ты на чеку, you will be able to see this thought before it becomes an action. А ты сможешь замечать мысли до того, как они превратятся в действие. And if there is ego within your thought, если мысли будут эгоистичными, it disappears that. It doesn't become an action. Они не будут превращаться в действие, они будут просто исчезать. It does not reincarnate, that's reincarnation. То есть мысли не будут перевоплощаться, потому что перевоплощение, именно это обретает перевоплощение или реинкарнацию, какая-то мысль. Memory that repeats itself. Какое-то воспоминание, которое хочет себя воспроизводить, story that повторять. Itself, that's karma. История, которая хочет повторяться. Вот это и есть карма. У меня был еще один опыт. Когда еще был один опыт, когда я как бы вспомнил и отцепился от тела. I had one more experience. It was like I remember it. I remember it, and I dropped everything. Тело, body. Yeah, you lost all the everything, only body. Не все. Можете ближе к микрофону. Да, не все, только тело. Not everything. I dropped the body. The body means what? You stop feeling it. В смысле, тело и ум. Отпустил тело, в смысле, вы его не чувствовали? Что значит отпустил? То есть я как бы почувствовал себя вот всем. It's like he said, like I started keeping everything, and I what I mean is like I started feeling, I started sensing everything. Yes. Да. И тогда из этого состояния тело кажется каким-то очень неважным объектом. And from that state, this body seems to me not relevant object. It's not a relevant object. Потому что это и неважный объект. It's one of the multiple objects that exists in the universe. Это на самом деле один из многочисленных объектов, которые присутствуют в этом мире. It's not the most important. А нет, это не самый важный объект. It's just one of them. Это всего лишь один из объектов. I call it infinitesimal part of the totality of what exists in the absolute, one can say. Я называю тело ничтожно малой, бесконечно малой частицей того, что существует в абсолюте, в существовании. Если я это тело, то я тогда могу думать, или это ничтожно малая частица самая классная или самая плохая. Если я начну сравнивать свое тело с вот этим парнем, in terms of muscular structure, ну, в плане мускулов, that's the best and this one is the worst. Вот это вот самое лучшее, вот это самое худшее. Maybe we do some yoga together. Но если мы займемся йогой вместе, this one is the best, that one is the worst. Вот это будет лучшим, а вот то будет худшим. So all these terminology are completely relative and irrelevant. То есть на самом деле все эти слова, все эти термины, понятия, они не важны. That body is the way it is, this body is the way it is, everything is the way it is, and everything is beautiful as it is. Вот то тело такое, какое оно есть, а вот это такое, какое оно есть. И на самом деле все такое, какое оно есть. И все является совершенным, таким, какое оно есть. So this phenomenon also can be a trap. Вот это вот то, что с вами произошло, этот опыт тоже может стать ловушкой. Sometimes awakening comes with the possibility to have some sort of funny experiences. Дело в том, что пробуждение, оно иногда происходит и сопровождается очень такими забавными переживаниями. Ну, я это называю, я лично называю это спецэффекты какие-то. And the mind says, oh, wow. И тогда ум такой, вау, this is it. Вот это оно и let's есть. Do it again. Давай еще раз. Let's live, let's practice and have it. See, and then you get lost in another room of the house called mind. Let's leave this practice. I didn't hear a few words. Then you get lost in another room of the totality.
И получается, ум опять к чему-то привязывается, и ты просто теряешься опять в еще одной комнате, которая содержится в этой тотальности. This is, see, our mind is, there is ego, our mind is, our consciousness is unidirectional. Когда есть ум как эго, то наше осознавание, оно однонаправленно. When you wake up, it's bidirectional. Когда происходит пробуждение, оно двонаправленно. See, I'm conscious of this. Я осознаю это. I am conscious of the one that is conscious. И я осознаю того, кто осознает. When there is realization of the oneness of this. Но когда происходит понимание цельности, единства этого, this becomes multidirectional. Вот это вот оно уже многонаправленно. But it happens by itself. Ну вот и это все тоже происходит само по себе. There's no control over it. Нельзя этим управлять. In a sense that there is no effort. В смысле, что не нужно напрягаться, чтобы так произошло. Но напряжение само происходит. But still effort happens by itself. Yeah, consciousness of that will dissolve it. Но когда ты замечаешь это напряжение, осознавание напряжения и растворяет его. All these guys are performing a spiritual practice and doing city yoga, and all these guys are in a trap. I feel pity for them. Все эти ребята, которые занимаются практиками, там практикуют и занимаются ситхи йогой и всякими подобными штуками, если честно, мне их жалко. And you have to purify yourself and cleanse your aura. Там нужно себя очистить, ауру почистить. And open your chakras and чакры открыть. And do service and служением заниматься. Oh my God, what a mission. Господи, вот это миссия. Столько заданий. See, because all that depends upon the ego. Но выполнение всего этого зависит от эго. But here we question the existence, the reality of the ego. Здесь же мы единственное, что делаем, мы вообще задаемся вопросом, а есть ли это эго? It goes like this. Существует ли оно? И когда ты это делаешь, эго исчезает на раз. And all what they're doing, making efforts. И все, чем эти ребята там занимаются. With the ego. Они пытаются с помощью эго. It's going to happen here effortlessly out of an understanding of the illusoriness of what you're trying to get rid of. То есть те ребята, чем они занимаются, они пытаются, стараются сделать то, что здесь может произойти само по себе, без стараний, без усилий с твоей стороны. Call it whatever, а это то, что должно произойти, просто понимание, что эго нет. Call it whatever, liar yoga, kundalini yoga, чем бы это ни было, siddhi yoga. Эти практики, лая йога, кундалини йога, ситхи йога. All that is a trap. Все это ловушки. Nobody can take you to the realization of the truth because the truth is already there and it is already realized. Никто не может привести тебя к постижению истины. Истина и так есть. Она и так есть. So, и осознание истины на самом деле и так есть. It amounts to say that seeking for the truth will stop seeking, which is when you realize the truth. When you stop seeking, you realize the truth. Это все сводится к тому, что истина осознается тогда, когда ты перестаешь пытаться ее понять. So seeking for the truth cannot stop seeking. It's a contradiction itself. Поэтому поиски истины, попытки понять, что же истина, они и мешают тебе понять, что такое истина. I cannot tell you that any of that will take you anywhere because there is no you, there is no. You know what? There is no enlightenment is also an illusion because there is no you who's going to get enlightened. Я могу тебе сказать, что все это тебя никуда не приведет, потому что вообще нет никакого тебя. Это просветление, оно вообще происходит не для тебя. Так происходит в просветлении, в пробуждении, что происходит, то, что ты исчезаешь. And if enlightenment means something, it's the absence of you. И если просветление или пробуждение что-то и значит, это как раз когда тебя нет. Which is based upon identity with an image. То есть тебя как отождествление себя с каким-то образом. Physical. Физическим. And mental. И ментальным. For example, I am the body. Например, образ «я» — это тело. And I am good. Я хороший. Or I am a lawyer. Или я юрист. See? It's identity.
Вот это и есть идентичность, отождествление себя с чем-то. That creates someone. И вот это отождествление себя с чем-то создает впечатление, что есть некто. If you are just conscious, но если ты только осознаешь, there's nobody. Понимаешь, что никого нет. There's nobody conscious. Никто не осознает. There's nobody talking. Никто не говорит. There's nobody listening. Никто не слушает. See? It's just happening, and consciousness of that happening. That's the end of the story. Просто все это происходит, и происходит осознавание того, что происходит, и точка. Что-то внутри не хочет отпускать. Something inside doesn't want to let go. Ah, let it don't want to let go. Mm? Let it be. Пусть так будет. Something Разрешите inside ему не хотеть отпускать. Doesn't want to let go. So what? Но что-то внутри не хочет отпускать. Mm-hmm. Что в этом такого? Ну не хочет, пусть не хочет. Это болезненное ощущение. It's quite painful feeling, sensation. Just be conscious of that, that's all. Да, только осознавай его, и все. And it will go. И оно уйдет. Спасибо. Believe me, I feel that in your case. Ты знаешь, я так чувствую, что в твоем случае spirituality itself is the biggest obstacle. Духовность является самым большим препятствием. Since that you were going through practices and мне так кажется, что ты практиковал, занимался какими-то практиками. For quite some time. Очень такие длительное время. And this is the last thing that the mind would like to let go. И практики, духовность — это самое последнее, что хочется отпускать уму. It keeps the mind alive. Потому что это лучше всего поддерживает ум. Seeking for a goal. Как, вот эти вот поиски цели. Enlightenment. Поиски просветления. And it says, no, you will never get there. Или ум очень любит говорить, нет, ты никогда его не получишь. And the next day say, no, you are nearly there, let's do it. А на следующий день он тебе будет рассказывать, ну вот, оно уже почти здесь, ты уже почти просветлел, давай еще чуть-чуть. You can do it. Let's go back to the Himalayas. Ты можешь, Try ты способен. Давай еще раз в Гималайи, еще okay. разочек попробуем. In the Himalayas, then they will scare you and send you back to Russia. И ты приедешь в Гималайи, и ум тебя пошлет обратно в Россию. And the mind will play with the body for the eternity. Ему так бесконечно будет играться с этим телом, возить его туда and и сюда. And at the end of the day, at the end of the day, но в конце концов, the only thing that you have, единственное, что у тебя есть, is this moment as it is. Данный момент, такой, какой он есть. This is the only experience that you can possibly have. Это единственное переживание, единственный опыт, который у тебя есть. And it's perfect. This is it. И вот это оно и есть. You are this moment. Ты и есть данный момент. Means that you and this moment are one. Это значит, что ты в данный момент — это одно и то же. And you are either conscious now, or you are not conscious ever. То есть или ты осознаешь сейчас, или ты никогда не осознаешь. See? You cannot be conscious. Сейчас или никогда. You cannot be free tomorrow or. Завтра нельзя быть свободным. Only now. And this is it. See? Вот это оно и есть. See? Ты можешь быть свободным только сейчас. Consciousness of the simplicity and the beauty of this moment, that's all. Осознавание красоты и простоты данного момента, ничего больше. To be conscious is to be awakened. Осознавать значит быть пробужденным. Ha 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 ha
Okay, so we'll finish for today. Yeah. Ну, давайте будем заканчивать. Yeah. Okay. Please, I want to. I have been saying that I am not a saint. I am not a sage. И я уже об этом неоднократно говорила, и, пожалуйста, я хотел бы вам еще раз сказать, что я не святой, я не особенный, я не какой-то там мудрец. Давайте не будем делать очереди, чтобы обнять меня в конце встречи. Или вот эти вот все спасибо. I am happy if you understand this. That's good enough. Мне достаточно, если вам понятно. Если вы поняли, прекрасно. Especially, I'm saying this especially now. You see, I drink a lot of water during the talk. Вот это актуально сказать об этом, особенно сейчас, так как во время беседы я очень много пью воды. And it's like a computer. At the end of the talk, I need to run to the toilet. И это тело, оно как компьютер. Ну, в конце беседы и конкретно сейчас мне просто необходимо в туалет бежать. If you hug me and squeeze me, если вы начнете меня обнимать и сжимать, I may pee in my pants. Написываю прямо в штаны. So we can take a picture later outside or something. No, but позже на улице можно будет сфотографироваться, пожалуйста. Yeah. If it happens spontaneously, okay. But it became like a ritual, so I want to break that if I can. Ну, то есть, если там само по себе как-то произойдет какие-то там благодарности, объятия, пожалуйста, не надо из этого делать ритуал. I love you anyway. В любом случае, я вас люблю. Спасибо. Thank you. А продаются там диски? Продает кто-то диски? Продает кто-то диски? Еще минуточку внимания, у нас есть небольшое объявление. Во-первых, вы можете приобрести на выходе диски, это видеозаписи с встречами с Цезарем, я не знаю, из какого города. А также мы хотим сообщить вам, что эти встречи, они проводятся бесплатно, но за счет тех средств, которые мы собираем во время встреч, это добровольные взносы. И это единственные деньги, за счет которых Цезарь этим занимается. То есть он это делает практически каждый день в году. Он живет за счет этого, он ездит, передвигается, кушает за счет этих денег. И это в любом случае добровольно. Если вы хотите и желаете помочь, вы можете оставить любую сумму на выходе в коробочке. Там кто-то ее держит. В любом случае спасибо и приходите еще. До свидания.